Доброе утро, друзья! Посмотрите, какая у нас сегодня метель. Сегодня, по-моему, 15-е, да, Ань? 15 ноября. Вот этот заветный фонарь, на который я смотрю, лежа на кровати. Это еще раз отвечаю на комментарий, почему спальня именно здесь, а не в маленькой комнате. Я уже как-то говорила, но вы всем не пишете про переустройство совершенно по-новому, то есть вас не устраивает здесь проходная спальня, друзья. Я готова пожертвовать проходной спальней ради вот этого фонаря. Вот посмотрите, я сейчас смотрю на вот эту красоту, когда идет снег, когда идет дождь, когда туман. Это невообразимая красота. Вы посмотрите, как же приятно вот так вот лежать на кровати и смотреть на вот это вот все. Поэтому спальня будет здесь. Еще один ответ на ваш комментарий. На часах 7 часов утра. Мы уже с Анечкой встали. Поставили чайничек, сейчас будем пить кто кофе, кто чай. И я буду продолжать заниматься своим делом. Я сейчас покажу, чем я занималась. Во-первых, вчера я своими руками прикрутила вот эти рейлинги. Сразу освободилось место на кухне, я имею в виду в шкафах. Вот. Хорошо, что эти рейлинги у меня были, но в принципе, когда я собиралась со старой квартиры, все это дело пооткручивала, потому что, друзья, все это сейчас дорого. Я и так оставила дорогущую кухню там, технику, поэтому все, что можно было взять, я, конечно же, взяла. Вот такая вот полочка очень удобна для... Здесь можно и повесить чашки, и сверху поставить тоже те же самые чашки. Ну, может быть, какие-то пиалки еще можно поставить. Вот, несколько крючочков. Кстати, вот такое решение пока что на временной кухне. И киевские вот такие горшочки, которые одеваются там, ну, на что-то. Но здесь вот я придумала на газовую плиту. Очень удобно. Кстати, хочу вам показать зажигалку для газа. Это кремниевая зажигалка. Сколько мы не смотрели, вот Анечка хотела купить себе в квартиру, так и не нашли. Эту зажигалку Лешек покупал в Москве, причем она продается в одном месте. Она неубиваемая, то есть ее не надо заправлять. Вот так вот. Да сейчас даже покажу. Сейчас включим газ. Вот. И вот так вот просто нажимаю вот здесь. И все, и она начинает. Она зажигает газ. Там кремний. Чем я сегодня буду заниматься? У меня здесь стоит швейная машинка. Вчера я из старых штор, которые были в этом доме, конечно же, как шторы, мне это все не нравилось. Я стала шить покрывало для дивана. И сегодня уже пришел заказ. Я заказала там какую-то, как сказать, кайму с бубенчиками. Посмотрим, как она подойдет. Не подойдет, значит, куда-нибудь ее потом пристрою. Но покрывало получается отменное. Вот наш Монечка. Посмотрите, как он вырос. Уже перебазировала я свои спицы, крючки в одну из коробочек. Очень рада, что вам понравилась эта идея. И сейчас покажу клей. В каком-то видео я уже говорила, но не показала, каким же клеем я все это дело, ну, обклеивала, как я работала.
Друзья, вот этот клейн здесь уже сложно прочитать, что здесь написано. Понятное дело, бутылка была в работе, по-моему, она литровая. Здесь написано клей титан. Он вот такого бесцветного цвета. Покупала я его на Wildberries, но потом увидела и в магазинах в Чаплыгине этот клей. В общем, стоит, по-моему, 300 с чем-то рублей. Так, Пуся, что ты там? Потерялся колпачок. Я вот так вот закрываю малярным скотчем, чтобы это дело не засыхало. Куда-то уже коты загнали этот колпачок. Так что вот этим клеем я обклеивала все. Здесь уже, наверное, третья часть осталась от этого клея. Рекомендую. Клей титан. Друзья, хочу в этом видео рассказать, как у нас чуть не случилась беда. Будьте, пожалуйста, осторожны с елочной мишурой. Вот в этой самой большой коробке была эта елочная мишура. Я потом сейчас покажу, пока Монька позирует, покажу его. И я выложила все эти елочные игрушки, естественно, с мишурой. И пошла заниматься коробками. Не увидела. Я даже не могла предположить, что коты любят есть эту мишуру. Короче, Кузьма у нас наелся этой мишуры и чуть не умер, если честно. Так, Монечка, только не завали. Короче, сначала он пытался ее отрыгнуть, ну, издавал вот эти звуки. Я поняла, что он наелся эту мишуру. Ну, думаю, ладно. Потом как-то он забился в угол, уже мне не понравилось это. И вижу, что с ним плохо. В итоге, друзья, как ему удалось, ну, как бы отрыгнуть ее, слава богу, что это случилось. Короче, он вырвал эту мишуру и вырубила, его вырубила. В общем, вот, уже полезли. Вот она, вот эта вот мишура, которой он наелся. Нет, Монечка, нельзя. Это я для видео предостеречь людей. Его вырубило, пошли какие-то конвульсии. Я такого даже не видела, если честно. Ну, я поняла, что сознание помутнилось. Он стал, ну, он пытался пойти, скажем так, но не смог. То есть его, вот он как пьяный. Потом стала крутить лапы. Я не могу даже передать, какие конвульсии у него были. В общем, я перепугалась не на шутку. Я его схватила. Кузьма. Глаза закрыты. В общем, зрачки закатаны куда-то вверх. Это было что-то. Может быть, хорошо, что я как бы была в этот момент рядом. И схватила, и он пришел в себя. Я не знаю. Позвонила Наде, это было, наверное, вечер, уже около 7 вечера. Говорю: Надя, что делать? Надя, это вот куда мы ходили делать прививку из ветеринарного кабинета, доктор. Она говорит: ну, если не отрыгнет, значит, это, будем делать операцию. Кстати, здесь делают операции, слава богу, и кастрируют, и вот такие какие-то срочные операции. Здесь все Надя это делает, да и бог здоровья. Вот, ну, в общем, все обошлось, вырыгал, так что, друзья, вот эту мишуру прячьте от котов. Это же, понимаете, это металл. Фольга — это тонкий-тонкий металл. Ой, мне даже сложно представить, что там было у него внутри. Короче, на следующий день его пропоносило. Видимо, эта мишура все там ему прочистила, я так понимаю. Сейчас все нормально. Так что, друзья, будьте осторожны. Ну, вообще, с какими-то вот нитками они любят есть. Нитки, веревки глотать. И вот это вообще просто смерть. Так что вот такое мое вам предупреждение. Ну, а эти у нас вот резвятся. В общем, Пусильда у нас, раньше она с котом, с Кузьмой бегала
Вот. А сейчас они с Монькой в догонялки играют. В общем, Кузьма не удел получился, он как-то стал сам по себе, а эти вдвоем нашли друг друга. Монька, конечно, обижается, ну не то, что обижает, а просто в порыве игры он, ну, кусает. Зубы у него острые, и Пуська орет. У него такие игры. Это не то, что там агрессия, а просто игры. Вот наши сладкие друзья. Друзья, посмотрите, как преобразовался диван. Там у нас Монька любит спать. Он вот сюда залезает, и внизу там есть ящики для белья. Вот эти шторы, которые здесь были. Я выполнила так называемый, кто швей, по-моему, называется запошивочный шов. Так шьют еще джинсы, то есть он и с той, и с другой стороны. Вот такой вот. Вот один шов я выполнила, а второй на металл. Вот здесь вот эта наметка, еще нет шва. Сейчас сяду, прострочу, и будет замечательное покрывало на диван. Диван этот поставим в прихожку. Я так планирую. Диван еврокнижка. Так, Монька, вылезай. Вылезай. Ах ты, Монька. А вот. Ну, пришью вот эти бубенчики и уже, наверное, в следующем видео, а может быть и в этом заказ пришел в Wildberries. Посмотрим, как будет выглядеть это покрывало уже, когда будет окончательно готово. Вот они, видите, вдвоем играются. Это Пуся и Моня. А Кузьма где-то сам по себе. Монька! Так что вот из старых штор, опять мне скажете, Плюшкин, из старых штор, которые висели на проемах дверей, без дверей, так скажем, я пошила вот такое замечательное покрывало. И подушечка эта тоже очень хорошо даже сюда вписалась под это покрывало. Кстати, у меня есть, это вот я заказывала в New Chic, но простынь здесь мне не нравится, то есть она не натяжная. Вот из этой простыни можно пошить вот такие серые наволочки на подушке, ну, чтобы их была не одна, а несколько. Связать еще одну вот такую подушечку, и получится уже совершенно другой диван, который, ну, совершенно по-другому смотрится. Конечно, сейчас вот эти обои аляпистые, вот этот аляпистый линолеум непонятного цвета, в каждой комнате разный. А вы представьте, однотонные обои или камушки. Или вот Монька нам свет выключил. Моня, представляете, полез, нажал. Ты что же делаешь, а? Играться тебе. И представьте, как это будет смотреться. С однотонной стеной, с хорошим ламинатом. Ну, я уже даже представляю, это будет красота красивая. У меня осталась еще одна вот такая шторина. Вот она. То есть, ох, упала. Три штуки было, пошло на покрывало. Одна вот осталась, четвертая. Может быть, даже пошью боковушки, чехлы на боковушки для этого дивана. Друзья, посмотрите на этот стул. Как он выглядит сейчас. Нашла видео, хотела снимать длинное видео, что-то не получилось. Ну, в общем, нашла отрывок, каким этот стул был. Я вам вставлю, посмотрите. Вот посмотрите, как он выглядит сейчас. Я уже говорила, что верх это коврик для туалета, который я нашла в этом купленном доме. Обрезала, постирала, довела до ума. Вот. Табурет, в общем, неубиваемый. Это металлическое основание,
ножки металл, основание вот здесь металл. Вот, он очень устойчивый, и он никогда не сломается. Таких вещей, по-моему, сейчас уже не выпускают. Ножки я покрасила из баллончика. Но вот нужно было бы, так сказать, более молочный цвет найти. Здесь белый цвет, возможно, перекрашу. Естественно, сначала все это зачищалось, удалялась старая краска. А потом приклеила на клей вот это основание, похожее на палас. Посадила на углах на саморезы, потому что здесь толсто получалось. И, естественно, клеем бы здесь не взялось. Вот на всех четырех углах саморезы. А вот здесь вот это, естественно, все приклеено клеем. И вот такой замечательный табурет получился. Ну, а теперь вот скажите, конечно, можно было бы выбросить. Ну, какая красота получается с минимальными затратами. Ну, что я здесь потратила? 4 самореза, баллончик краски, да, стоит 250 рублей. Ну, так сюда же пошел не весь баллончик краски. Я еще много чего покрасила из этого баллончика. Ну, в общем, я считаю так, что можно переделать, если эта вещь вас будет радовать, почему бы нет. Тем более у меня нет в этом доме никакой опоры, ну вот, чтобы можно было встать, что-то делать. Да даже те же самые обои ободрать, нужен табурет. Естественно, такой табурет гораздо приятнее, чем тот, каким он был до переделки. Друзья, решила показаться вам лицом, рассказать немножко новостей, которые, ну, просто возмущают. На днях мы ходили в МФЦ, чтобы зарегистрироваться по новому месту жительства, и нас оштрафовали каждую на 2000 рублей. Значит, по закону, после того, как вы выписались, вы должны прописаться где-то на новое место жительства. Мы выписались 19 сентября, то есть у нас была всего неделя, вот 19 плюс 7, 26 до 26 сентября мы должны были выписаться, вернее, прописаться по новому месту жительства. А как вы думаете, это вообще возможно? У нас только сделка после выписки состоялась 25 сентября, то есть это уже практически невозможно. Дом я оплатила 16 октября. Это просто вообще, ну я не знаю, это какое-то безобразие. Мы задавали этот вопрос в паспортном столе, где нам выписали эти штрафы. Ну что, пожимают плечами девушка, майор, по-моему, она была. Я мало разбираюсь в этих звездах на погонах. Вот. Ну, вот такое у нас государство. То есть они сами признают, что это неправильно, что это нереально. Ну, хорошо, если у вас есть куда прописаться, хотя бы временно, это понятно. А если такой возможности нет, тогда что? Тогда платите штраф в казну. В общем, друзья, не знаю, моему возмущению нет предела, если честно. До каких пор вот это безобразие будет продолжаться? Хотя, о чем я говорю? Сейчас такое происходит в мире, я не могу озвучивать это на своем канале, что мы скоро даже не сможем ездить в поездах.
Чем это закончится? Насколько это... Когда терпение уже лопнет, я думаю, что не за горами тот час. Так что вот так вот по 2000 нам выписали, и мы прям там же в этом паспортном столе, чтобы не идти в Сбербанк, он здесь единственный в городе на Московской 30. В общем, по реквизитам это хорошо, я сообразила. Мы спросили, где оплатить, она говорит, в банке. На улице шел дождь. Думаю, ну это еще в банк ехать, идти вернее, ну или ехать на такси на другой конец города. В общем, я говорю, а по реквизитам можно оплатить? Она, да. Ну, в общем, мы оплатили по реквизитам. Теперь ждем 18 ноября, то есть еще на неделю у нас забрали паспорта, и уже 18 ноября пойдем забирать паспорта уже с пропиской. Так что вот, друзья, имейте в виду, я где-то слышала, что якобы 3 месяца сейчас дается на то, чтобы прописаться по новому месту жительства, но нет. Никакие 3 месяца, это все слухи. Неделя после того, как вы выписались с какого-то места жительства. Так что вот так вот, немножко о наболевшем. Друзья, посмотрите, какую красоту мы вчера приготовили. Сельдь под шубой. Кстати, зашли мы вчера на сельскохозяйственный рынок. По выходным здесь рынок, но дорого. Есть все там, но мы купили селедку. В общем, 280 рублей килограмм селедки. Сделали сельдь под шубой. Ой, не могу, прям слюнки текут. Сейчас покажу, как это выглядит на тарелке. Посмотрите, вот такая красота, красивая. Видны все слои. Вот. Наступила осень, и хочется уже селедки, квашеной капусты, соленых огурчиков. В общем, вот так вот это прекрасно выглядит. Ну, а вот зеркальце, которое выполняет подставку под горячее. Просто я, конечно, это не горячее, но я просто вам показываю, как это удобно. Всем приятного аппетита! Ну что, друзья, сделала я второй шов. Сегодня уже загружу видео без этих бубенчиков, без этой каймы, которую я пришью. Это уже посмотрите в других видео, как это покрывало будет выглядеть. Еще не убирала наметку. В общем, один шов вот убрана наметка, второй шов еще мне нужно здесь поубирать наметку. Но в целом я, если честно, довольна. Интересный, красивый материал. Вот. Были шторы, но будет покрывало. Теперь, коль пошла такая рукодельная тема сегодня, еще хочу поделиться очередным кладом из сарая. Нашла я вот такой плафон. Отмыла его, открутила от палки. Ну, это была люстра, так скажем, да? Уже не полезу, если я не выбросила ее. В общем, открутила этот плафон от кабеля, немножко вот грязная, это мы вчера уже зажигали эту лампу. Вот моя лампа Аладдина и вот этот плафон. Пока я не заказала родные, так скажем, стекла для вот таких керосиновых ламп, вот этот плафон, ну, просто находка. Причем его можно одевать как вот так, как вы видели в начале, а можно просто вот так вот накинуть на лампу. И там я уже снимала вечером, как это смотрится. Вставлю это видео. Посмотрите, как эта лампа заиграла. Так что вот такие находки из сарая. Плюшкинские, повторю. Но как они пригодились. Не выбрасывайте плафоны. Из них можно сделать и вазоны, и кашпо, если немножечко приложить руки и... ну, свою фантазию
и будет у вас вещь, которая не будет ни у кого. Ну и последнее мое новшество. Все-таки я протянула вот этот кабель. Спасибо вам за подсказку. Помните, я говорила, что хочу сушить белье на улице, чтобы была морозная свежесть. И, конечно же, веревка не подходит. Она пачкается. В общем, этот кабель тоже пачкается. Но его можно протереть тряпочкой, прежде чем вешать белье. И все. И опять же, этот кабель нашелся в сарае. Он медный. Я его даже не откусывала. Вот видите, вот сколько здесь его. Я просто закрепилась вот здесь вот за вот такие гвозди. Сделала себе вот такую импровизированную сушилку для белья. Воспользовалась забором соседей. Вот этим столбом. И, в принципе, теперь можно здесь сушить белье. Вы там мне писали про прищепки, которые не надо хранить на улице. Друзья, я это все знаю. Я же прожила на Украине 28 лет, рано вышла замуж. И у меня был такой шнурок, на котором висели прищепки. И я всегда вешала его на шею, брала таз с чистым бельем и шла развешивать это на улицу. Потом, естественно, все эти прищепки опять же снимала и вешала на этот шнурок. Так что спасибо вам, но я это все знаю. Вот, у нас сегодня холодно, ветер, и уже этой ночью будет минус 9. Представляете, минус 9. Вот мои импровизированные дорожки. Они настолько ржавые, что они не скользкие. Вы там мне тоже писали. Вот стоят лужи. Будет скользко. Найду ведро песка, посыплю. Ну, это лучше, чем ходить вот по такому чернозему и тащить все это в дом. Вот. Так что вот это, пожалуй, наверное, все новости, которые я хотела вам рассказать. Мне очень нравится, что сериал под названием «Жизнь номер два. Переезд из мегаполиса в маленький городок», или, можно сказать, даже в деревню, вам нравится. Мне очень-очень приятно. Ну, а я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.